15 лет, целых 15 лет я провела на коралловых рифах. Но теперь пора возвращаться к тому берегу, где я появилась на свет. Он всегда живет в моей памяти. 5000 миль. Долгое и опасное путешествие. Но каждая черепаха должна пройти этот путь. Так будет и так было всегда, с начала времен. Итак, вперед! Я покажу вам мой мир, неповторимый и загадочный мир океана. Здесь я росла. Коралловые рифы. Целое государство со своими законами, а для меня родной дом и самые яркие впечатления начала жизни. Кораллы. Когда я впервые увидела их, я подумала, что это просто восхитительно красивые скалы. А на самом деле это миллионы крошечных живых организмов, которые прикрепились к океанскому дну. Представляете, их скелеты растут снаружи тел. Поэтому они так похожи на скалы. Они громоздятся друг на друге и образуют фантастические сооружения, гигантские города, из которых и состоят коралловые рифы. Четвертая часть всех морских обитателей приплывает к коралловым рифам, чтобы вывести потомство. Даже не представляю, что было бы без коралловых рифов. Боюсь, что вымер бы весь океан. Без кораллов нет жизни под водой и нет красоты в этом мире. Осторожно, мы приближаемся к территории гигантского группера. Когда я впервые попала сюда, я была еще совсем маленькой, и меня чуть не съели. Вы только посмотрите, что за гигантская пасть. Взрослый группер легко глотает даже небольшую акулу. А тут, представляете, крохотная черепашка. Меня бы он даже не заметил. Вау, крутой чувак! Солидная рыба, но с юмором у него туговато. Ну ладно, не сердись, шуток не понимаешь. У каждого группера своя территория, которую он тщательно охраняет. И не дай бог другому групперу...